дорогие друзья, мы находимся на побережье Финского залива. В конце, в самом проспекте Героев, это Красносельский район. И посмотрите, какая прелесть. Вот, сколько машин, сколько народу здесь приехало. Сегодня у нас 2 июля, ожидается очередной температурный рекорд. Вчера было плюс 32, да, сейчас. Вот, и мы тут приехали по делам и решили пройтись до пляжа посмотреть. Вот, на самом деле у нас ничего с собой нету, ни полотенец, ни зонтиков, ни плавок, ни купальников. Ну, мне вообще купаться нельзя, тут ноги мочить. Вот, и посмотрите, какая красота. Ну, понятно, что пляж дикий, и там кораблики вдалеке. И посмотрите, вот там, кстати говоря, вдалеке дом. И сделано, как будто у него паруса. То есть очень красиво. Очень красиво, очень свежий воздух, охлаждающий. В такую жару, конечно, это спасительно. И буквально в шаговой доступности вот от жилых домов. В общем, просто супер. Идем поближе сейчас. Около воды жара, конечно, намного легче переносится. Посмотрите, вот там, кстати говоря, башня наша знаменитая, газпромовская. А в народе говорят, кукуруза. Отсюда прекрасно видно ее. Самое высокое здание в Европе. Там всякие парусники, тоже панорама. Кораблики. И вот такой тирс сделан, он идет прямо до воды, и, соответственно, там вот наверху автомобильная стоянка, можно подъехать прямо близко-близко. Вот. Это место мы случайно обнаружили, нам рассказала моя подруга. Я думаю, что, в принципе, нам тут достаточно недалеко ехать от дома. Километров 15 всего уходит. Это ерунда по питерским меркам. И я думаю, что мы будем сюда приезжать, пока вот жарко. Обязательно вот там катерок едет. Я думаю, что водичка теплая, конечно, потому что Финский залив у нас очень мелкий. Бриллиант в руке. Сеня звал, как его. Ну, короче, Миронов звал Никулина на черные камни, да? Да. Ну, класс. И тут как раз камни. Вот такие, да? Импровизированные. Конечно, понятно, что пляж дикий, да, но все равно. Приятный. Я не знаю, как. Моя приятная, как. Как там это самое заход, но люди так осторожно идут. Я понимаю, что там какие-то тоже камешки. Ну да, может, в принципе, вычистить. Смотри, какой катер. Хороший, с каютами. Ну да. С компанией. Вон лахта-центр наш. Еще раз приближу. Вот тут прикольно, конечно, в этом доме жить. С парусами, да, прям у тебя вид на Финский залив, и уже явно никто перед тобой ничего не построит, да, потому что это крайний дом. И ты будешь... Домой, землю, знаешь, да? Захотят, конечно, бабки срубить, и на мою землю ничего не построят. А то обычно, знаешь, как вот с панорамным видом, и потом раз, и строят перед тобой здание. А тут уже, конечно, мало вероятности, на самом деле. И я думаю, что вид шикарный. Ну, наверное, ветра, когда ветер, но просто панорама, как в Сочи. Бери Майами. О, видишь, там еще пляж дальше. Видишь, еще купаются там еще один. Ну да. Дорогие друзья, всем привет. Мы приехали сегодня на залив. В то же место, в котором были вчера. Сегодня 3 июля. Но погода не такая жаркая. Плюс ветерок. Поэтому очень-очень большие волны. Не знаю, видно, не видно. В общем, я не купаюсь. А так все купаются. Такая же
жарище, и безветрие было полное. Вот. А сегодня, конечно, очень-очень. В плане погоды хорошо, то есть можно находиться на солнце. Оно было в такой дымке, сейчас недавно вышло. И вот эти волны, вот этот ветерок освежает, там, вроде волосы все. Вот. Ну, а я сижу, в принципе, платьице. Фрукты, черешенку, абрикосы. Вот. Как раз такой тип я вам уже показывала. Видите, сзади прямо жилые дома находятся. Вот. Также, если пойти влево и вправо, там еще пляжи. Вот. Вот такие дела. Я просто походила по водичке. Водичка очень-очень теплая. Просто парное молоко. А Руслан там где-то купается. Уже третий раз. Так что отдыхаем. Говорят, скоро погода испортится, поэтому надо наслаждаться летними деньками. Господа, когда вот у вас нет возможности поехать на море, но в 5 километрах от вашего дома есть Финский залив, можно вот так вот выйти и поплавать. Ну не в 5 километрах, короче, в 8 километров от дома Финский залив, и вода относительно чистая. Можно поплавать, тепло, хорошо, как-то так. Даже, ну, я так полагаю, на серфинге можно поплавать тут. Вот.